Остановите выдачу всех лицензий на данный момент. Остановите. И не надо больше ничего выдавать. Второе. Я прошу организовать проверку правильности ведения работ в рамках тех лицензий, которые существуют. Разобраться с добычей природного камня в Башкирии. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в конце октября. О том, сколько лицензий уже выдано и кому они будут выдаваться в дальнейшем. Об этом говорили в Курултае Республики Башкортостан. Лицензию на добычу природного камня выдает Министерство природопользования и экологии Башкирии. В ней указаны вид работ, местонахождение участка и его статус. Для получения разрешения на добычу ископаемых предприниматель подает заявку, которая рассматривается комиссией по лицензированию. За 10 месяцев 2018 года Минэкология приняла решение о проведении 25 аукционов. Проведено 14, 6 аукционов не состоялось. Порядок проведения аукционов и конкурсов на разработку ископаемых в Башкирии регулирует закон номер 144. Однако он не учитывает мнение местных жителей. Не предусмотрена мера по учету социально-экономических и экологических интересов населения, проживающих на территории муниципальных образований. Хотя в федеральном законе о недрах такой пункт есть. Кроме этого, Илдар Хадыев предлагает депутатам Курултая поддержать идею поделить полномочия федерального центра с регионами в сфере надзора за недрами. Также в следующем году выделят 244 миллиона рублей на природоохранные мероприятия. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.